Тем временем казахстанцы спешат легализовать свое имущество. Всего за полтора месяца акции граждане подали заявки на сумму более 34 миллиардов тенге. Лидируют по количеству поступивших заявлений на легализацию имущества Алматинская область и город Алматы. Здесь зарегистрированы больше 2000 обращений. Следующие по активности граждан занимает Актюбинская область. Здесь подали заявки 373 человека. И замыкает рейтинг активности Мангыстауская область – 21 заявление. На данный момент уже легализованы 212 объектов почти на 2 миллиарда тенге. Известно, что в комиссию при местных исполнительных органах поступило более 4000 заявлений. Напомним, заявления населения на легализацию имущества начали принимать с 1 сентября. Акция продлится до 30 ноября 2015 года. Появляет активность в Алмате, в Астане, в Алматинской области. Меньше всего в Мангистауской области, в Кызылординской областях.